Ну, это как раз вот вопрос по занятости, по обучению, по привлечению новых и новых кадров. Главное, в основе всего лежит обучение. Обучение, квалифицированные кадры. Это вот основная задача, которая стоит, и надо об этом думать. В советское время была забота определенная по профессионально-техническому образованию, вот, и просто по образованию. Сегодня у нас есть высшее образование, очень много людей учатся высшим образованием, но среднее техническое образование, конечно, хромает. Надо об этом позаботиться, это возможно сделать, наши люди быстро учатся. Так что, я думаю, особой проблемы нет, надо уделить внимание и подойти к этому разумно.